Hi guys, с вами AnyTV, и у меня за спиной мой синтезатор, старенький, в пылючке. Давно хотел снять это видео, это вообще было запланировано одно из самых первых видео на этом канале, как научиться играть на пианино. Но не за 5 минут, за 5 минут мы, наверное, не управимся, но все-таки, я думаю, за 3 урока по 10 минут мы это сделаем. Поменяем контент в интернете, так как сейчас в основном мы видим это. Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Да. И поэтому сменим контент на вот это. И надеюсь, за 3 урока мы будем назвать это 3 шага. Мы научимся читать и понимать ноты, играть и даже сочинять. Ну что, понеслась. Ах да, и по поводу маски. Надел я ее не из-за этого вируса. Нет. Это из-за чистоты звука, да, все эти шумы, чтобы их поглощало. Да и вообще, если вы смотрели мои предыдущие видео, я уже как бы 3 года жил в Китае, поэтому немного привык к этому делу. Здесь я улыбался. Итак, друзья, значит, клавиши. То есть, как бы, можно назвать пиано просто обрезанным. Значит, смотрите, все, что у нас начинается, мы садимся ровно посерединке напротив педалек. У меня здесь педалек не видно, как бы ориентир первая октава. Что такое октава? Вообще существует 8 октав. 4 вправо, повышение, и 4 влево, низкие. И то есть, октава это набор даже не нот, клавиш. По 7 клавиш в каждой октаве. То есть первая октава это у нас идет с до. Вы как найти до? Что такое до? Это самая первая нота в первой октаве, во второй октаве, в третьей, четвертой и так во всех. Вся октава начинается с до. Значит, первая октава. Мы садимся напротив педалек. Все. Две черные, видите? И первая перед ними это наше до. Вот, две черные, видите, и первая перед ними, это наша до. То есть... Или еще проще. Вот, первая октава. Потом идет вторая октава, опять же. До, ре, ми. Просто уже выше пошел звук. Соль, ля, си. И также с третьей и четвертой. Вот наши октавки. От до, до си. Ваша первая практика. И здесь у нас идут пониженные, да? То есть басовые октавы. То есть то же самое. От до. Ой, это ре. До, ре, ми, фа, са, си. И опять первая октава до. Вот. До. Это у нас идет первая октава, вторая октава, третья октава, четвертая. Малая октава, большая октава. Контр-октава и, насколько я помню, по-моему, суб-контр-октава. То есть там вообще такой же бас жесткий. И вот, в общем, они, первые наши тем-ноты. И теперь просто практикуйтесь, чтобы ваши пальцы стали на эти ноты. То есть каждый палец практически отвечает за каждую ноту в каждой октаве. То есть вам будет удобнее играть большим, средним, безымянным. Потом вы опять забрасываетесь на большой. Указательные средние. В целом 4 пальца. Ну, мне так удобнее. Может это неправильно, но я так играю. И потом закончили с октавами, попрактиковались, практикуйтесь, да я знаю, раз 10 на день по минуты 3. И вот еще, друзья, за что я люблю свой Melody. Нет, не реклама. Просто да, на всех оно есть. Шучу. Да, на всех. В принципе, показывается нотный стан. Это графа, где видно ноты. Вот, вот это идет у нас скрипичный ключ, и все, что идет от первой октавы и вверх, то есть от средней. Средней, что мы учили, да, садитесь посредине и пошли туда. Это у нас идет под скрипичным ключом нотки. Здесь же у нас басовый ключ. С басовым у нас все идет от первой октавы и туда, в бас уходит. И сейчас... Вставлю картинку, все объясним. Ну, вообще, простота в чем? Здесь, когда я нажимаю нотку, допустим, до, и на нотном стане она показывается, где она у нас. То есть на этой вот полосе. Потом я, допустим, нажимаю до второй октавы. Вон она у нас там. До третьей октавы. Аж вон там. Где-то там у нас их выйдет. Сыграем до ми-соль.
Это через одну будет идти, да? Да. До, ре, ми. По одной. Где-то так. Итак, попрактиковались, да? А теперь давайте попрактикуемся с этим, так как мы уже выучили октавки, нотки, до, ре, ми. Давайте теперь будем играть самые простые мелодии, просто чтобы ваши пальцы заполнили. Вообще не понимаю, почему в интернете вот эти вот самые шаговые уроки пропускают. Так. Играем до, ми, соль. Три раза. Вообще давайте четыре. Потом переходим на ре, фа, ля, то есть до, ми, соль, ре, фа, ля. Можно играть педальками. Вообще не знаю, я самоучка, в принципе, поэтому я вот даже не знаю, как бы это объяснить. Педаль, как это называется? Аккорд, наверное, как на гитарах. В общем, можно зажать три клавиши сразу, то есть до, ми. Вы зажимаете вместе. И потом ре, фа, ля, мы зажимаем вместе. Вот. И вот. У тебя такой вопрос. По-любому у тебя такой вопрос. Раз уж ты досмотрел до сюда, повторил эти все наши до, ми, соли. Что же это за черные клавиши? Итак, это значит у нас диезы и миноры. Диез – это повышение ноты на полтона выше. То есть, если вы хотите сыграть фа, и вам надо не соль, потому что это уже слишком высоко, вам надо что фа и среднее. Вы играете фа-диез. Диез, повышение. Фа-диез. В ту сторону так раз и ушел. Или же вам нужно сыграть соль и не фа, потому что слишком низко. Вы идете на понижение. Та же клавиша, но если вы играете ее справа налево, она играет как понижение звука. То есть... Вправо диез, влево минор. К примеру. Хороший пример можно сыграть вот так, да, допустим. Наши, да? До, ми, соль. Звучит. Ух, как звучит. Но вам нужно что-то более минорное, такое темненькое, видите? То есть ми пошел сюда. Или же, если вы сыграли по порядку в ту сторону, это будет мажорное. Ух! То же самое с фа. Фа минор. Да, диезом. Соль диезом. Ля диезом. А здесь нет ничего. Куда уже дальше пойдешь? Си бемоль. 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 То есть, си. Си бемоль. Пум-пум-пум. А если пойдем диез, это будет... Ля диез си. Да, разница чувствуется. И да, с этим мы разобрались. Октавка. Вот наша октавка. Вводим, да? До. Первая октава. Вторая октава. Третья. Не забываем про левую руку. Она нужна нам в игре. Для начала. Просто ставьте ее, как эту педальку, на одну нотку. В такт с этими. Пример. Вы играете до, ми, соль. Здесь просто левую руку ставите на до. Ух, как пошло. А можно два пальца. От до до. От октавы до октавы. С малой октавы в большую до. Так, может быть видно. Ух. Да, где-то так. И понеслась. До. Потом вы переставляете на ре, то есть было до, на ре. И этого должно быть достаточно на первый урок. Если понравилось, идем дальше. Итак, да, закончили с этим всем практиковаться. Ре, фа, ля. И вот
Вы говорите, ну нет у меня сейчас пианинки попрактиковаться. А делайте так, как я. Это были те времена, когда люди ходили с дисками до друзей, записывали музыку, допустим, да, фильмы, чтобы посмотреть. Не было такого всем мире этой такой паутины развитой. И, в общем, она была, но, наверное, не у нас в стране. Ну, да, неважно. В общем, вы думаете, что делать? Делайте это, как я. Я сидел на паре и просто расстановку пальцев повторял. Там, настукивал, да, то есть, как бы, вот у нас есть какой-то предмет, и мы настукиваем. С тремя пальцами просто тогда нужно было 4-5 задействовать. То есть, видите, я даже на какой-то диез или бемоль настукиваю. То есть, в принципе, все возможно. Главное, урок есть урок. Практикуйтесь, и удачи вам в этом. Итак, привет, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы поняли. Да, и у нас всего впереди еще 2 урока. Но за эти 2 урока я хочу научить вас, как играть простую и красивую мелодию, и как сочинять свою мелодию. Пускай простую, но хочу. Итак, обо мне. Канал Ани ТВ, это, в принципе, канал обо всем. И вот, наконец-то, пришло время поделиться с вами тем, что я хотел с самого начала, да, вот, музыки там, потом дальше будет бег, спорт, все дела. И что я хотел еще сказать. Я сам самоучка, и в свое время мне просто не хватило вот такого вот базового урока, вводного, просто вводного урока. И вот сейчас множество этих блогеров, может, это стало доступным, ну, я тоже решил с вами поделиться. Так что не обессудьте, надеюсь, вам понравилось.